Членам Ненецкого регионального отделения Всероссийского общества инвалидов рассказали о предстоящем голосовании по поправкам в Конституцию. Встречу провела руководитель регионального отделения Всероссийской ассоциации юристов Ольга Петунина. Она подробно рассказала как о самой Конституции, главах и изменениях, которые были приняты ранее, так и о тех, которые вносятся сейчас. 1 июля жители России будут голосовать за поправки в главный документ страны. Время до голосования, отметил глава государства Владимир Путин, назначая дату, дано для того, чтобы каждый смог разобраться в деталях предложенных изменений. По этому пути пошло региональное отделение общества инвалидов. У членов нашего общества накопилось много вопросов. Как это будет все выглядеть? Во-первых, процедура голосования – это раз. А во-вторых, у людей много по статьям вопросов. Какие будут там изменения в Конституцию? Кто-то ничего еще не знает, и у них есть такие разногласия. Так что мы решили, что это мы сейчас обсудим все и примем такое важное решение для нас. Запросом на проведение данной встречи руководство регионального отделения общества инвалидов вышло на профессиональное сообщество юристов. На самом деле поправок много, все о них говорят, говорят с разных сторон, очень много вопросов у граждан, и поэтому это нормально, что общественные организации, такие наши серьезные, очень ответственные люди, которые ответственно всегда подходят ко всем изменениям в нашем государстве, они проявили инициативу организовать такую встречу с нами, с юристами. Эта встреча по разъяснению вносимых изменений в Конституцию страны не единственная. Ранее, рассказала Ольга Петунина, подобное мероприятие прошло в обществе слепых. Мария Даник, Владислав Носкин, телеканал «Север».